Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие стиральные машины стоимостью до 30 тысяч рублей на 2024 год. В него вошли простые модели с оптимальным набором функций, а также продвинутые стиралки с расширенным набором программ и возможностей. И все машинки рейтинга пользуются большим спросом у покупателей, которые подтверждают их надежность и удобство эксплуатации в своих отзывах. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На пятом месте топа стоит Indesit IWSB5085. Это недорогая и самая простая в рейтинге модель, выделяется узким исполнением. Глубина по корпусу составляет всего 42 см. Она рассчитана на загрузку до 5 кг белья. Функционал стирки достаточно типичный для этой серии, всего предусмотрено 16 программ, включая 4 для стирки хлопковых вещей при разной интенсивности и температуре, а также совместно с замачиванием. Кроме этого, есть 2 цикла для синтетических вещей, 3 программы для стирки спортивной одежды и обуви и специальные режимы для шерсти, шелка и джинсов. Также есть короткая программа длительностью всего 15 минут. У модели предусмотрена возможность выбора температуры стирки, установки таймера на срок от 3 до 12 часов, а также повышения интенсивности для стирки сильно загрязненных вещей с помощью функции антипятна. Важная особенность модели – это функция EcoTime. С ее помощью можно сократить длительность цикла и расход воды при небольшой загрузке барабана. Отжим вещей происходит при максимальной скорости 800 оборотов в минуту. Их можно снизить до 400 оборотов, но для этого предусмотрена кнопка, а не более удобный механический регулятор, как у большинства моделей. На четвертом месте стоит Hotpoint NSB6039KVE. Эта стиральная машина выполнена практически в таком же узком корпусе, но при этом рассчитана на большую загрузку до 6 кг белья. Хочется отметить привлекательную панель управления с черным переключателем режимов и большим дисплеем. А главное – оснащение экономичным и долговечным инверторным двигателем. У машинки 16 рабочих программ. Кроме режимов для разных типов тканей, есть несколько уникальных – для стирки в холодной воде, для белого белья, для пуховых и перьевых вещей, режим антиаллергия и удаление пятен. Еще у стиралки есть 2 коротких цикла длительностью 30 и 45 минут. Второй рассчитан на полную загрузку. Но самое главное – это программа освежения паром. Она позволяет обработать вещи паром без стирки для устранения неприятных запахов. Кроме этого, паровую обработку можно включить в цикл некоторых программ. Сделать это можно отдельной кнопкой на панели управления. Этой же кнопкой можно сократить длительность цикла при условии, что загрузка неполная. Из дополнительных опций у модели предусмотрена возможность выбрать температуру стирки, добавить в цикл предварительное замачивание или дополнительное полоскание, отсрочить запуск по таймеру, а также отключить отжим или выбрать его скорость с максимальным значением 1000 оборотов в минуту. Более скоростной отжим обеспечивает следующий участник рейтинга. Тройку лучших открывает Атлант 60U12-1301. Эта стиральная машина надежного белорусского производителя, выполнена в стильном дизайне и оборудована большой панелью управления с информативным дисплеем. При очень узком исполнении глубина корпуса всего 40,6 см. Она рассчитана на стандартную загрузку до 6 кг белья. Ключевое отличие модели – это возможность добавить в барабан забытое белье уже после запуска программы. Набор рабочих режимов у модели довольно удачный. В их число входят программы для различных типов ткани, для стирки рубашек, темных вещей, джинсов, спортивной одежды, детской и постельного белья. Кроме этого, предусмотрено 2 коротких цикла длительностью 15 и 30 минут. И еще есть моя программа, на которую можно сохранить выбранный режим с различными дополнительными опциями, для того, чтобы быстро включить его в следующий раз. Помимо выбора температуры и скорости отжима, в цикл можно включать предварительное замачивание и стирку, дополнительное полоскание или активировать ночной режим, при котором стирка выполняется максимально тихо. Хотя по уровню шума модель и так относится к наиболее тихим. Еще можно включить интенсивный режим для стирки сильно загрязненных вещей, функцию эко для оптимизации расхода ресурсов, отсрочить запуск таймером, включить функцию легкой глажки, при которой вещи отжимаются деликатно для минимизации образования складок на одежде. На втором месте стоит Beko WSPE6H616W. Это хорошо оснащенная, надежная модель с тихим энергоэффективным инверторным мотором ProSmart, на которой предусмотрена гарантия 10 лет.
Машина выглядит весьма стильно и интересно за счет черного исполнения загрузочного люка и большой информативной панели управления. Всего предусмотрено 15 программ стирки. Кроме типовых режимов для стирки вещей из определенных видов тканей, здесь есть экспресс-цикл. Программы для стирки рубашек, пуховых вещей, темной одежды, джинсов, спортивной и верхней одежды. А также режимы антиаллергия и удаления пятен. Для каждого режима можно выбрать температуру стирки, скорость отжима, добавить в цикл замачивания или паровую обработку. Также у модели предусмотрена функция Fast Plus, с помощью которой можно сократить длительность выбранной программы на 55%. Машинка автоматически изменит параметры цикла с учетом объема загрузки и типа ткани, чтобы при сокращении времени не пострадало качество стирки. Есть у этой модели еще одна особенность – это возможность управления через приложение, с которым она связывается по Bluetooth. Это позволяет загрузить какую-то дополнительную программу стирки, например, для занавесок, полотенец или мягких игрушек. Выбранная программа сохранится на соответствующем режиме, чтобы ее можно было включать без приложения в будущем. Первое место занимает Candy CSOW4-1364T/207. Как всегда, производитель удивляет эффективными решениями при доступной цене. Эта модель рассчитана не только на стирку, но и на сушку, что для этого сегмента цен довольно необычно. Программ сушки у нее три. Интенсивная для хлопковых вещей, деликатная для синтетики и сушка шерсти. Можно указать и уровень сушки – для глажки, в шкаф или экстра. Также машинки этого бренда нередко наделяют большим количеством коротких программ, что очень нравится пользователям. Здесь их также предостаточно – 3 цикла по 59 минут. Ежедневная программа длительностью 49 минут и 3 коротких цикла на 14, 30 и 44 минуты. Остальные режимы более традиционные – для хлопковых вещей, для хлопка с замачиванием, для синтетических и цветных тканей, для шерсти и ручная стирка. В выбранную программу можно добавить паровую обработку, чтобы размягчить ткани или избавиться от неприятных запахов. Как и у предыдущей модели, через приложение можно загрузить какую-то дополнительную программу стирки. Также в приложении можно посмотреть статистику, получить рекомендации по оптимизации расходов, подобрать программу стирки и получить данные о возникающих проблемах. В общем, с учетом ценника, эта модель предлагает более широкий функционал, включая функцию пара, сушку и большой выбор коротких режимов. Так что она заслуженно получила массу положительных отзывов и стала лидером топа. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала TechRevisor.